Светлана Факеева – известный в городе хореограф, руководитель детского танцевального ансамбля «Апельсин» Центра культуры и народного творчества. О себе говорит: «Иду с танцами по жизни». В хореографию я попала с самого раннего детства, буквально с первого класса, и до сих пор я там. Заканчивала профессионально я Челябинский институт культуры по классу балетмейстер. Под руководством Светланы Факеевой ансамбль «Апельсин» стал дипломантом самых разнообразных конкурсов в стране и за рубежом. А в октябре 2016 года коллектив получил два диплома первой степени, участвуя в 16-м международном конкурсе фестиваля хореографического искусства «Данс Эксклюзив». Она отличный организатор, руководитель, профессионал в своем деле, занимается постановками разноплановых композиций, разрабатывает новые идеи, подбирает музыку и костюмы. Светлана Михайловна требовательная, может поругать и похвалить. Конечно, ругаются все всегда, без этого никак, но она очень добрая. Мы знаем, что если мы придем к ней за помощью, она нам обязательно всегда поможет. Сегодня в детском танцевальном ансамбле «Апельсин» занимается 60 детей. Юные танцоры участвуют в различных танцевальных проектах, ведут активную концертную деятельность. О нем говорят: творческий, активный, разносторонний. Уже в 3 года Антон Подкорытов уверенно читал стихи на сцене Дворца культуры Северского трубного завода. А в юности был активным участником школьной команды КВН. Меня заметил Александр Ковалев, тогда еще автор и, можно сказать, директор команды КВН «Стоп-кран». Я играл в школьном КВН. И вот позвал меня в команду «Стоп-кран», и мы работали какое-то время. Сегодня Антон Подкорытов – работник Северского трубного завода, один из ярких представителей театрального искусства. Ни одна большая постановка не обходится без участия Антона, а все его персонажи запоминаются зрителям надолго. Участник команды КВН «Город с видом на поле». При его участии команда в 2016 году стала победителем фестиваля открытия региональной лиги КВН «ЗАПСИП» – город Тюмень. Ребята стали первыми на Кубке губернатора Свердловской области из 19 команд. Для того, чтобы играть в КВН, необходимо отменное чувство юмора, умение чувствовать настроение зала и знать, над чем и как можно шутить.